Знакомьтесь, вы наверняка его знаете, это Евгений со своими золотыми руками, который собрал эту восхитительную вятку. Сейчас он заведет ее и покажет вам, как она прекрасно ездит. Кстати, довольно-таки маневренная. Давайте же поближе рассмотрим этот мотороллер. Вот такие, значит, у него красоты. Пришлось нам полностью восстановить хром, восстановить покрытие ралкокрасочное. Восстановить вот эти вот шильдики даже. Все это родное. Не родное здесь, конечно, это вот эта редкая часть. Их мы, слава богу, научились делать с нуля. И выглядит это очень даже хорошо на самом деле, потому как это больное место. На всех практически вятках эта вещь не рабочая. Вот такой тут веселый кикстартер. Вот так выглядят эти привода. Довольно забавная форма крыльев у него. По сути, это переднее крыло, но обрезанное наполовину. Такая надпись КВАЗ. И задний фонарик. Резина, кстати, здесь новая, Петрошина. Их до сих пор выпускают. Размер у нее 4.0 на 10. Здесь у нас так называемый реверс. То есть три передачи вперед у нас и три передачи назад. Очень удобно. А вот резиночки на пол мы покупали в городе Пушкино. Пушкино Московской области. Там ребята делают вот такие восхитительные резинки. А сами наконечники мы изготавливали сами. Ну, в общем, вот такой вот замечательный мотороллер. Я надеюсь, он вам понравился. Если это так, поставьте палец вверх. Напишите какой-нибудь комментарий. Мы будем рады. Возможно, у кого-то есть такой мотороллер или когда-либо был. Мы с радостью их почитаем. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем ровных дорог. Пока.